Здоровья всем. Вот, хотел вам показать, как у нас тут в Кировской области целину я осваиваю на своем участке. Вот в таком вот. У нас по 30 градусов жары. Кругом комары, мошки. То есть сейчас-то мошка в основном. В тени где-то комары. Короче, вообще ужасно. Сейчас солнышко немножко зашло. Как бы не так хоть печет, тучки собираются, но вряд ли дождь будет. Вот все, я вот сейчас покажу вам примерно вот такую вот грядку. 40 на 12. Два дня копаю, блин. Вот я тут сегодня тоже второй день, ну, с отрывом, так сказать. Двери вон еще установил обратно, выравнивал их, и это, видите, все дерн кругом, блин. Вообще не, лопата не лезет. Лопату сломал, нафиг. Треснуло уже. Вот так вот двигал туда-сюда. Треснуло, короче. Думал, нормальная, блядь, лопата. Оказалось, не очень, короче. Ну, это, конечно, сам виноват. Че? Заварить надо будет. Вот, туда-сюда, и трещина пошла. Короче, вот так по чуть-чуть. Там, видите, даже не втыкается, острая, но наточенная. Не надо. Бережу, кидаю. На одну руку неудобно. Опа. Кидаю. Так вверх потом. И снизу начинаю обратно все складывать, размельчать. Корни доставать. Тут проволочник попадается, давлю его тоже, разрываю на половинки. И вот так вот целый день. Блин, вот сбивал эти, что интересно, одуванчики желтые, да? Смотрите, у них даже хватает силы даже с рубленными и то семена давать. То есть они были желтые. Ну, может быть, закрытые вот так были. Скорее всего, наверное, не желтые. Вот. И потом чик, раскрываются и все равно семена дают. Ну вот, весь участок так как позбивал. Есть, конечно, местами пролезли, а это вот у соседей тут вот они не косили, и вот если бы я не косил, и у меня все вот так бы было, все в одуванчиках. Настенька, не поливай там, не надо тут поливать. А. Вот такая фигня, короче. Работы уйма, работать в жару неохота, ничего неохота, вообще, блин. Стройка стоит, когда заедем, блин, тоже не знаю. Вот. Всего доброго.